емкостях находится икра лососевых и конкретно рыбы рода хариус. Здесь вот порядка 5 килограмм, здесь тоже 5 килограмм, здесь более 3 килограмма. А рыба не соленая, выпадочная недавно. Килограмм 235 грамм вместе с ведром. А лодка кому принадлежит? Нет. Лодка вам принадлежит? Ну, покупал мне человек в Красноярске, пока документы он должен мне написать, долго куплю. Мотор до скольки у вас идет? 9, лошадиных 9, сил? 9. Ну, еще нормально.